Окей! Итак, эй! Мы что, в заднице? Нет, нет! Это дорогая, я уменьшил детей, засунул их себе в зад? Дорогая, я уменьшил детей из аниме! Нет, Эван, это грязь, а не дерьмо! Не знаю, воняет как дерьмо. Посмотри, тут ветки и все такое. Да, посмотри на этих червей. У тебя водятся черви и ветки? Задницы, да. А, да? Ну ладно. Давай на выход, Эван. Окей, через заднее отверстие. Нам нужно построить убежище, чтобы выживать. Это же выживалка. Ау, зачем ты бьешь меня? Кажись, я могу убить тебя. Зачем ты меня бьешь? Хватит задавать вопросы. Да. Да, ты можешь убить меня. Нам нужно построить убежище. Нам нужно приготовить еду и найти воду. Чья это палатка? Ау, какого черта? Что это было? Ох, блин, это наша палатка. Я кинул камень. Муравей! Гаси его! Умри! Ох, черт, сзади! Сзади! О, он положил тебя? Да, я такой слабый, потому что тиммейты меня фигачат. Парни, простите, что мы вас поубивали. Нам просто нужно вас обобрать. Что за... Что это? Я нашел еще жука. Вот что значит жить в Австралии. Там все существа выглядят так. Они все копятся опасные и пытаются убить тебя. Там гигантские пауки. А, муравьи! Хватит уже злить муравьев, бро. Это муравей-солдат. Мы должны говорить с австралийским акцентом. Брайан, ты мудила. Ты разозлил муравья-солдата. Они намного сильнее, чем обычные муравьи. Я ничего не делал. Давай сюда, давай сюда. Ты натравил их всех на нас. Срань господня! Нам нужно... О, мой бог, чувак! Нам нужно сваливать. Забирайтесь сюда. Здесь безопасно, здесь безопасно. Они не залезут сюда. Вы только посмотрите на них. Они такие злые. Безопасно? Да, только не стойте на краю. Окей, Эван, нам нужно разобраться, как срубить это. Нам нужны инструменты. О, смотрите, я могу построить что-то. О, это же Fortnite, зашибись. Я сделал топор. Это супер, Эван. Я как чертов ребенок, который купил игру на год позднее. Эван, иди сюда. Эван, давай. Окей. Собирайте растительное волокно и прочую фигню с земли. Видишь что-то на земле, подбирай. Нам нужны материалы. Какая-то эта задница слишком большая. Мы уже не в заднице, мы выбрались из нее около бейсбольного мяча. Эти клещи хавают лазер. Кто это с нами? Мы должны убить их! Мы должны убить их, Эван! Да-да-да, я понял! О, он упрыгивает от меня! Вот так, вот так! Завалил одного! О, тут парочка темных! Мы опять залезли в жопу! О, да-да! Они повсюду! У кого-нибудь есть факел? Я застрял в каком-то дерьме! Нам нужен факел! Ты знаешь, как его сделать, Эван? Или ты просто говоришь? Да-да-да-да-да, я знаю, как сделать факел. Мы починили ее? Я думаю, да. Давай подождем Эвана. Ты все-таки нажал на кнопку. Катсцена. Мы сделали это, мы избавились от клещей. Что будет теперь? Капец, это на самом деле крошечный сад. Что? Оно сломалось. Какого черта происходит? Fortnite сезон 24. Сделаем факела, а то темнеет. Да, да, да. Я могу сделать факел. Бум. О, ништяк, чувак. Я ботан, я додумался до этого первым. Что? Посмотрите туда! О, что это за штука? О, это паук! Чертов паук! Я же говорил, это Австралия! Да, именно так и выглядят австралийские пауки. О, он выглядит опасно! Он выглядит опасно! Это точно! Кажется, он хочет меня убить! Мне хана! Срань господня! Прямо сейчас он ест мою жопу! Он заселяет меня своих личинок! И как оно? Не очень, чувак, это как... Их здесь двое, чувак! Ты просто смотришь, как два здоровых паука устраивают мне гангбэнг в Австралии? Да, да. Может, поднимите меня? Ну уж нет! О, блин, о, блин! А, помогите! А, беги! Я пытаюсь залезть повыше! Окей, с ними шутки плохи. С ними шутки плохи, чувак. Я потерял все вещи. Нам нужны топоры. Да, там осталось много нужного добра, Брайан. Я постараюсь по-быстрому. Я взял, я ухожу. Бежим, бежим! Как поднять? Он за мной? Он за мной? Да, он за мной, Брайан! Бежим, 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 бежим! О, боже! Я слышу его! Я слышу, как он бежит за мной! Брайан, мы в безопасности. Нет, нет, нифига. Трава шевелится! Что? Что? Чего ты так кричишь? Ох, черт, окей. Прыгайте, так вы двигаетесь быстрее. О, я умер. О, да, ты точно умер. Он рядом с твоим телом.
Беги, как только встанешь! Окей, я готов, я готов, я готов, я готов! А, спасибо! Беги! Я спас тебя, беги! Я пытаюсь! Забирайся сюда, забирайся сюда! Хотя лучше тут не оставаться. Да, вот именно. Он так посмотрел? О мой бог, он чуть не запрыгнул сюда! Он залез сюда, Эван! Он залез сюда! Я внизу! Пожалуй, я дождусь утра. Тут они меня точно не достанут. Тут безопасно. Мы дождемся утра или... или пососем. Кажется, мы можем идти. Ну да, да. Идите сюда, просто избегайте пауков. Избегайте пауков, и все будет хорошо. Да, просто будьте вежливы, и тогда они нас не тронут. Да, не говорите ничего расистского, не смотрите им в глаза. И все будет хорошо, они просто против расизма. Что мы только что говорили, Брайан? Что мы... Что ты делаешь? Что? Ты привел их сюда? О, мой бог, Брайан! Вы сказали, там безопасно! Нет, и вообще, мало ли что мы сказали. Нужно валить отсюда, Эван. Валим, просто бежим. Он трется у моего тела! О, боже! О, Господи Иисусе! Окей, нам нужна броня. Нам нужна броня. Оружие получше. Пушки, нам нужны пушки. Нам нужны АК-47. О, мой бог. Почему это так сложно? Мы намного слабее, чем эти гигантские сукины дети. Эй, кажется, наступил день. Ну да, все знают, что пауки не выходят днем. Это невозможно. О, да. Они не могут дышать на солнце. Продолжите поиски лаборатории в дубе. Лаборатория в дубе? О, лаборатория. Да, она где-то здесь. О, это паук. Он прямо у входа. Да ладно. А, он прямо здесь. Кажись, он хочет тебя. А я пока... Я бегу, бегу, бегу. Да черт! Нахер этих чуваков! Нахер этих долбанных пауков! Он просто смотрит на меня и думает, как он посолит меня, как он поперчит мой зад, как он съест меня и как он накормит мною своих детей. Вот какой у него взгляд. Он хочет зафигачить из меня паучий супчик или схавать с круассанами. Давай, тащи сюда свой волосатый зад. А, пошел ты, я умер. Кажется, ему нравятся маленькие дети, наглые. Он возвращается! Он обошел меня! Он возвращается! Помогите! Давай, Эван, заходи! Я просто ем пряник! Вот же черт! Я только обернулся, и он был прямо там! Я ем пряник! Что за... что это? Это лавовая лампа? Да, походу, это какая-то футуристичная лава-лампа. Нам надо сюда! Левый чувак тут что-то делает! О, это робот-друг! Хватит проходить сюжетку без нас! Хватит проходить сюжетку! Хватит проходить сюжетку! Привет! О, он может делать всякое. Он может делать всякое. Нужно дать ему ресурсы, и он разблокирует нам какие-то вещи. О, неужели он никогда не заткнется? Черт! О, мой бог, он такой раздражающий! О, Господи Иисусе! Мы можем его отключить? Он реально не затыкается. Может расхреначить этого мазафаку? Давайте сделаем из него блендер. Или лучше секс-машину. Или машину для отсоса. Сохраненные настройки от Брайана Майкла Хэмби. Удалить, удалить, бэкспейс. У него крутые усы. О мой бог, тут муравей атакует жука. Да, гаси, гаси муравьев. Они убегают, когда их бьешь. Чертовы сучки, вернитесь. Подумаешь, мы бьем вас. Умри! Умри! Завалил? Да, ему хана. Я думаю, нам нужно сделать костер. Идите сюда, идите сюда. Парни, зацените. Извини, я собираю грибы. Нет-нет-нет, не надо, не надо. Что? Зацени, зацени это, чувак. Окей, бум, смотрите. Ешь, чтобы построить. Бум, ешь, чтобы поджечь. И теперь готовим жучка. Вау, не может этого быть, чувак. Бум, зацени это, чувак. Ох, черт. Зацени это. Посмотри на этих жучков. Добро пожаловать в высшее общество. Я могу съесть одного? Да, да, съешь его. Нажми «Я», когда будет готов. Вот так, выглядит неплохо. Мы начинаем разбираться. Высшее общество, это круто. А это кто? Это мой ассистент. Я нанял его, чтобы он делал всякое. Он построил стену, он строит дом. Бум! Мне нравится твой ассистент, Эван, он очень полезный. Да без проблем.
Вау, ты должен повысить этого парня. Вообще он стажер, я ему не плачу. Ох, черт, вы сделали убежище? Вот именно, теперь пауки не достанут нас. Он даже сделал дверь, бро. Этот чувак по-любому играет в Fortnite. Да, точняк. Мы сделали дверь, но не сделали крышу. Странное у нас выживание. Хватит жаловаться, ты ничего не сделал. Что ты сделал, а? Я даю свою оценку. О, ты принес пиццу? Какую-то странную длинную пиццу. Да, я принес 5 больших пиц. Чисто по-лос-анджелески, одно тесто. У меня возврат. Вау! Слушайте сюда, бойцы! Мы должны найти этих пауков! И мы должны убить всех и каждого, окей? Сэр, у меня вопрос, сэр! Что? Я до смерти боюсь пауков! Ну тогда говори по-австралийски, все будет хорошо. Хорош! Да, вот так. Хорош, да, давайте расфигачим несколько пауков. Воистину. Паучки, идите сюда, цып-цып. Ништяк. Итак, парни, я закинулся грибами, и теперь давайте убьем пауков. Оки-док. Я словно на Вьетнамской войне. Точняк. Совсем не отличить. Я нашел паука, я нашел паука. Ладно, мы идем, мы остались далеко позади. Я прыгаю! О, он спрыгнул за тобой! Он тоже спрыгнул, черт! Гасите его! Гасите чертового паука! Хочешь драки? Хочешь драки? Чего уставился? У меня мало ХП! В атаку! Я умираю от яда! Руби и кали! Руби и кали! Руби и кали! Капец, парни, мне хана! Руби и кали! О мой бог! Нет! О мой бог! Ну и дерьмо! Медик! Нет, мы все мертвы! Медик! Мы мертвы, мы все мертвы! Я иду за вещами и заканчиваю игру! А что насчет моего ассистента? Походу, он просто отдыхает. Готово, я подобрал свои вещи. Увидимся! О, вау, игра просто закончилась. Да, вот так. Я не забрал свои вещи. Ох, черт, ты прав.